Профессиональная дисковая пила с бесщеточным вентильным двигателем Interscol. ДПА 165/18В. Спецификация. Профессиональная аккумуляторная дисковая пила для поперечного, продольного и комбинированного распиливания древесины, комбинированных материалов, фанера, ДСП, ОСП и тому подобное с вентильным бесщеточным приводом. Пила оснащена Li-ion-слайдерным аккумуляторным блоком платформы API. Использование вентильного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов за счет более высокого КПД выше на 30%. Это позволяет выполнять больше работы на одном заряде и таким образом экономить режим работы аккумуляторного блока. Специальная компоновка пилы, двигатель находится с правой стороны от диска, позволяет наблюдать линию реза при распиливании материалов, что повышает удобство пользования и облегчает получение качественного результата. Рекомендуется для профессионального использования. Параметры сети питания VGR, апили AM18. Частота вращения шпинделя на холостом ходу, апнин, не более 5000. Размер диаметра пильного диска MAX MM165. Размер толщины пильного диска не более миллиметров 1,7. Размер диаметра посадочного отверстия MM20. Наибольшая глубина пропила под углом 90 градусов, миллиметр 57. Наибольшая глубина пропила под углом 45 градусов, миллиметр 41. Плавный пуск есть? Ограничение пускового тока есть? Регулировка оборотов нет? Защита от повторного включения нет? Поддержание оборотов есть? Защита от перегрева есть? Защита от заклинивания есть? Масса килограмм 3,3.